Приветствую, с вами Виктория Власова. Я разобрала тысячи историй и точно знаю, как вы можете восстановить отношения, если они начали портиться, и как вернуть любимого, если произошло расставание. И сегодня у меня для вас очередной выпуск с полезняшками. Рекомендую дослушать до конца, так как тема касается 99% женщин. И, конечно, не забывайте ставить лайки и подписаться на мой канал, чтобы первым получать полезные фишки в теме отношений. Говорить будем о том, как негативные мысли и эмоции женщины могут привести к распаду отношений, и это не шутка. Знакома ли вам следующая ситуация? Вы поссорились с любимым человеком. Он какое-то время не звонит, не приходит, вообще не дает о себе знать. И тут же понеслись мысли в пляс. Он, наверное, меня разлюбил и забыл. Нет, он нашел другую. О боже мой, что мне делать? Вы начинаете мониторить его странички в социальных сетях. И каждый пост воспринимаете на свой счет. Допустим, он случайно выложил пост «Любовь не может жить вечно». Вы прочитали, додумали и решили, что он именно вам отправил это послание и расстроились. У вас опустились руки, испортилось настроение, пропал интерес к жизни. Я вас уверяю, что мужчина, когда выкладывает что-либо на свою стену в социальных сетях, вас это точно не касается. Как же все происходит? Мысль, эмоция и действие. То есть сначала появляется мысль, он встретил другую. Затем подключается эмоция, обида. Как он может, или злость, или гнев. И затем действие. Хочется написать разные гадости или просто попросить второй шанс. Негативные мысли могут загнать вас в депрессию, уныние. Вы можете чувствовать себя беспомощной, никому не нужной. И с ними бесполезно бороться. Отгоняя их, становится еще больше. Самое ужасное, что все негативные эмоции остаются в физическом теле, накапливаются и через некоторое время заболевает тело. Бесплодие, разные опухоли. Затем тратится куча денег на лечение. И все это потому, что изначально не смогли остановить и растворить ваши негативные мысли. Вы можете уже, начиная с сегодняшнего дня, намеренно останавливать их и думать о чем-то другом. Сначала осознанно это делаете, затем все переходит на автомат. Но есть комплекс эффективных упражнений и методик, которые помогают моментально справиться с негативными мыслями и эмоциями. В одном видео я, к сожалению, не могу всего рассказать, так как тема глубокая. Именно поэтому я и создала свой тренинг, чтобы вы могли зарегистрироваться и в удобное для вас время проходить его и получить результат. Если вы замечаете, что часто себя накручиваете, вам просто необходимо пройти тренинг. Рекомендую средний вариант. Записаться в тренинг вы можете по ссылочке под видео. Если же вы хотите, чтобы я вникла в вашу уникальную ситуацию и помогла разобраться, ответила на тревожащие вас вопросы, запишитесь ко мне на консультацию, ссылочка под видео. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы первым получать секретные фишки в теме отношений. С вами была Виктория Власова. До новых встреч!